Удобные платформы с навесами, современный подземный вестибюль, лифты и эскалаторы. В Одинцовском округе открыли станцию «Лесной городок» будущего МЦД-4. Теперь пассажиры смогут не только комфортно проехать, но и с заметной экономией. Стоимость проезда снизится почти в два раза. Сейчас билет стоит 110 рублей. А с августа-сентября, когда МЦД заработает, будет 65 рублей. Ежедневно железнодорожной станцией пользуются более 8 тысяч человек. Для удобства пассажиров на привокзальной площади сделали разворотную площадку и остановочные павильоны для общественного транспорта. В скором времени благоустроят скверы, пешеходные дорожки от станции до поселка. Езжу каждый день на электричке, так что, естественно. То есть это проще, это быстрее, да, безусловно. У жителей есть и другие способы добраться до Москвы. Но на электричке это стало в разы удобнее. Теперь станция «Лесной городок» – один из важных транспортных узлов. Можно сначала сесть на маршрутку, потом доехать до Одинцова, сесть на электричку там, доехать до Белорусского. Но здесь как-то удобнее. А с запуском новой линии МЦД-4, которая появится в конце этого года, жители получат полноценное наземное метро. Поэтому совсем скоро пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро и МЦК. А в будущем и вовсе без пересадок доезжать до 7 центральных вокзалов Москвы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».